Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.com. На Балтике начались маневры НАТО. Как сообщает ТАСС, 3 сентября на Балтике начались учения Североатлантического альянса. Маневры получили название «Северное побережье» и будут проходить в районе Датских проливов. В учениях принимают участие 18 стран, 3000 военнослужащих и 40 кораблей. Это ежегодные учения, и в этот раз они стали 13-ми по счету. После ухудшения отношений с Россией в 2014 году НАТО постоянно наращивает свое присутствие на Балтике, а в приграничных областях альянс развернул 4 тактические группы численностью около 5000 человек. На этом пока все. Следите за свежими новостями на сайте военноедело.com.